День добрый, друзья! У нас зима, у нас январь, у нас ночью минус 30 градусов, и куры у нас все это время живут в теплице. В теплице немножечко теплее, но минусовая температура, сильно минусовая. Давайте посмотрим, как они там у нас живут, посмотрим, как они себя чувствуют, и немножечко поговорим. Замерзают замки, защелки. Привет, красотки! Не замерзли? Не, нормально. Не-не, на улицу не выходим. Что? Думаете, что-нибудь вкусненькое принес? Да, сейчас будем ваши кормушки наполнять. Что? Холодно ли вам, красавицы? Да? Или нормально? В общем, друзья мои, куры чувствуют себя вполне хорошо. К сожалению, они тут все опилки перемешали с землей. И сейчас у них тут земля замерзшая. Опилки я им привезу в ближайшие дни еще. Ай, не клюй меня в палец. Вот. Короче, опилки привезу, засыплю. Но ничего, нормально они себя чувствуют, учитывая, что, я говорю, минусовая, сильно минусовая температура. Вот тут тоже дыхание у меня видно. К тому, что тут, не намного теплее, чем на улице. Обогревателей тут практически никаких нет. Вот там за спиной, за камерой стоит клетка с перепелами. Под клеткой с перепелами есть небольшой подогрев в виде греющего кабеля и маленького масляного радиатора. Но тепла они практически не дают, они только немножечко подогревают клетку с перепелами. Теплица очень большая. Вот вы видите сейчас только половину нашей теплицы, вторую половину вам не видно. Я к тому, что потолки высотой 2,40, здесь очень высоко. И теплица большая, кубатура большая. Щелей много, протопить ее нереально. Но куры себя чувствуют нормально, куры несут яйца. Сейчас я вам покажу. Ой. Единственная проблема, что яйца замерзают и на морозе лопаются. Поэтому надо вот единственное, что почаще приходить по возможности и яйца собирать. Видите, они со стен клюют изморозь. Воды у них, естественно, никакой нету, потому что все замерзшее. Мы им даем снег. Снег в тазик насыпаем, и они снег отлично потребляют. Вот снег сейчас закончился, сейчас насыплю. Ну вот видите, что куры очень довольны, нравится им пивная драбина. Недавно мы... холодно, в теплице холодно, но наши куры живут, несут яйца, радуют нас и сами полны жизни и творческих впечатлений с таким-то петухом. Что бы мне еще хотелось добавить, друзья мои, отсутствие курятника — это еще не повод не заводить домашнюю птицу. Вот посмотрите, зимой они спокойненько живут в теплице, летом они живут вот в этом передвижном тракторе. Нет, конечно, курятник желателен, и хорошо, если он у вас есть, будет. Но если у вас нету, это не повод отказываться от домашней птицы. Вот сколотили такой передвижной трактор, на зиму поселили птицу в теплице, и у вас круглый год свое домашнее яйцо. На этом я прощаюсь. Желаю вам успехов в вашем птицеводстве. Желаю скорейшего наступления теплой погоды, весны. Ждать осталось недолго, несмотря на то, что мороз. Весна придет очень, очень быстро. Я уже давно для себя решил, что когда прошел Новый год, закончился Новый год, закончились каникулы, нам осталось подождать совершенно чуть-чуть, чтобы наступила весна. Потому что все плохой уже позади. Фу, туман. Фу.
потому что темные дни, ноябрьские, декабрьские, грязные, мокрые, позади. Впереди остается только... Ну, туман помогает мне. Впереди остается ждать только хорошего. Оставим все плохое в прошедшем году. С Новым годом, друзья!